В Центре развития волонтерского движения в Мурманске состоялась встреча волонтеров. Они будут помогать жителям города на голосовании за территории для благоустройства. Андрей Бутрин продолжит. У мурманчан появится возможность выбрать одну из 9 территорий, которая будет благоустроена в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Принять участие в голосовании могут жители Мурманска старше 14 лет, а помогут им в этом, конечно же, волонтеры. Я не делаю это в каких-то, например, корыстных целях, да, я настроена на то, чтобы помочь своему городу, чтобы его более, так скажем, улучшить. Вот как раз-таки... Вот этот вот опрос, это мое самое первое доброе дело. Вот. И там уже с бабушками работа тоже была. Вот, как-то так. Специально для волонтеров сделали мобильное приложение. В нем показано, где находятся объекты благоустройства, а также что и как планируется сделать. Такое приложение во многом упрощает работу волонтеров. Вообще с ребятами работать легко, потому что мы конкретно внутри коллектива проходим обучение самостоятельно, то есть самостоятельно отрабатываем все эти моменты, то есть у нас уже система сама в объединении отработана как таковая. Формирование комфортной городской среды – это уже не первый год оно проходит, поэтому у нас все уже отработано как таковое, поэтому скоординировать ребят не составляет трудности. По словам добровольцев, мурманчане на инициативу реагируют позитивно и с интересом принимают участие в опросе. Принять участие в голосовании можно в любом из отделений Почты России, школа города Мурманска и в торговых комплексах «Плазма», «Северная Нагорная» и «Мурманск-Молл». На данный момент в лидерах опросника находится площадь «5 углов».